Саженцы розы Spree Rubistar Rosa формируют стебли высотой около 70 см, на которых распускается около 7 соцветий. Цветет многолетник с начала июня до конца сентября. Имеет разветвленную структуру, густую листву и соцветия рубинового окраса с белой прослойкой. Отлично подойдет для украшения цветников бордюрных палисадников. Сорт имеет слабый, ненавязчивый аромат и может использоваться для среза в букет. В зимние месяцы роза требует укрытия. Rubistar устойчива к болезням и вредителям, однако нуждается в периодической профилактической обработке, так как имеет предрасположенность к мучнистой росе. Подойдет для групповых посадок, хорошо будет смотреться в цветнике или букете. Роза Spree Rubistar – это кустарники высотой 50-70 см, диаметром 60 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка насыщенно рубиновая с белой изнанкой. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 4-5 см. Летом листва темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.